Я напьюсь сегодня точно, есть во мне такой настрой. Лучше вы меня не троньте, побеседую с собой. Задавать вопросы буду сам себе, как прокурор. Протокол писать не буду, это личный разговор. Истину найти мне надо, отчего наперекос. Жизнь пошла, потом помчала, словно поезд под откос. Или это искупление за какие-то грехи? Попрошу тогда прощения, я за все тут у судьи. Официанту, что на входе, задает немой вопрос. Я махну рукой, свободен, что не видишь, тут допрос. Пред собой, как пред иконой, на судебной, на скамье. Разговор веду я строгий, сам с собой и о себе. Я анкету опускаю, знаю все ведь про себя. На вопросы отвечаю, не тая и не кривя. Приговор, каким мне будет, мягким или крут, я обжаловать не буду, справедливый верю в суд. Целый вечер в ресторане я беседую с собой. Мне свидетелей не надо, и не нужен мне конвой. Разложил я все по полкам, но ответ не получил. Понял только, что без толку, столько лет своих сгубил. Никого я не ограбил, никогда не предавал. А всю жизнь, как на этапе, лучшего все ждал. И крутила, и мотала, не сгибался никогда. Жалко стало, что так мало в жизни сделал для себя. Запотевший, потихоньку опустел. Я немного захмелевший, подобрел, повеселел. Свой допрос закончу вскоре и еще стакан налью. В этом сложном разговоре не нашел я истину. Свой допрос закончу вскоре и еще стакан налью. В этом сложном разговоре не нашел я истину.